Она уже поднималась на сцену Евровидения, это было в Греции. Мне кажется, просто ей понравилось, потому что она опять туда собралась. Да, участница Евровидения 2006 года Полина Смолова подала заявку в российский отборочный тур. И мне кажется, это тот самый случай, когда уместна фраза «ну-ка, ну-ка». В общем, смотри, здесь получается у каждого свои привычки. Кто-то в мае любит ездить, например, отдыхать на море, а Полина Смолова любит ездить на Евровидение. Мы надеемся, что у нее в этом году получится. Ну а вот получится ли повторить успех Димы Билана, который покорил публику на своем втором Евровидении, посмотрим. Полина Смолова! Встречайте! Thank you.